Всем привет. Вот такой гольф я взял, короче, осенью. И борюсь с ним все это время. Ну, тут были диски, тут был предыдущий владелец. Ну, короче, ну, походу и не один владелец-то был. И половина там, видимо, были лютые рукожопы. Короче, диски. Было литье все кривые. Я вообще не знаю, как так можно ездить. Пока... Такой бюджетный вариант сделал разварки. Ну, смотрится прикольно. Ну вот. Что было сделано? Балку поменял. Она была кривая. Сайлентблоки сразу же в ней, соответственно, новые. Потом рулевую рейку, насос Гура поменял. Потом с кондером там радиатор кондиционера поменял. Что еще-то? Ну вот, сиденье мы перетянули, руль перетянули, ручку КПП. Не было вот той центральной, короче, заслонки от климата, она с моторчиком и датчиком температуры. Ее недавно поставили только. Теперь у меня не работает. И почему-то нет питания на этот. На компрессор кондиционера. Ну, будет электрик разбираться. Я не знаю, там по схеме релюшки нету. А тот человек, который заправлял кондиционер, он говорит, работал. И, в общем, раздумье. У меня карты есть уже. Ну, эти тут треснуты. Вот там на второй тоже вот так треснуты. Я за 1000 рублей в хорошем состоянии две взял. Мне надо сначала подиумы сделать. Электростеклоподъемники, механизмы поставлю. А, зеркала тут были какие-то. Обычные я поставил, родные, но нашел с электроприводами. Заднее сиденье еще не перетянуто. Времени нет пока. А, черный потолок. Ну, перетянули. Ну, мы же занимаемся перетяжкой. Музыку поставил. В общем, здесь надо будет менять вот эту всю деталь. Вот эта дверь у меня уже есть. Крыло одно есть. Пороги. Внутренние арки вот там. Оба крыла. Капот этот останется. Передний и задний бампер надо будет менять. В общем, по железкам выходит где-то 22 тысячи. Самое сложное было только найти этот. Дверь, ее не оригинал не бывает. Вот эта штука, блин, крепления нет, она бренчит. Еще центральный, замок надо поменять. Багажник, что там плохо стало работать. Надо где-то воздух пропускает, тут же вакуумная система закрывания, центральный замок. Вот в этой двери что-то пропускает. В общем, я не знаю. Я порой так устаю от него. У него движок 1.6 АФТ. Ну, в планах турбо поставить движок. Но для этого нужно гараж арендовать, чтобы туда донора поставить. Такая машина. Посмотрим, что получится. Надеюсь, я не устану раньше времени с ним бороться. Пока с кондером очень хочется разобраться. Лето же жарко.